Антон, как вы относитесь к Александру Гельчу Дугину? Вот прекраснейший вопрос. Вы знаете, есть такая моя коллега, я не буду называть ее фамилию, она работает советником Дмитрия Константиновича Киселева, генерального директора МИА России сегодня. И вот она мне регулярно пишет, что ей нравится в нашей работе моей дирекции, не нравится, какие гости, значит, здесь быть не должны. Ее ужасно, ужасно она переживает от того, что у нас работает Сергей Мардан. Кстати, подписывайтесь на канал «Арте Россия» и смотрите, там «Мардан Бой», прекрасная совершенно программа дебатов, которую мы будем продвигать и дальше. Вот, и однажды она мне написала, там у Мардана был как раз Александр Гельч, и она написала, вот, это же основоположник русского фашизма, и вот, не знаю, случайно ли вы это делаете и продвигаете русский фашизм, но вы, конечно, мерзавцы, написала мне она. Я ужасно уважаю Александра Гельча Дугина, я совершенно не согласен с Александром Гельчем ни в отношении к евразийству, ни к формулировках, Но, во-первых, он должен быть героем и антонимов тоже, и я жду Александра Гельча. А во-вторых, я считаю, как бы я не согласен с ним самим и с его литературным и философским творчеством, я считаю его одним из самых выдающихся своих современников, и я горжусь жить с Александром Гельчем Дугиным в одно время. Так что, Александр Гельч, мы всегда вас ждем в любом эфире, который вы делаете.